скажите нам о пополнении, насколько вы пользуетесь в батальоне и как вы с этим построили? Значит, батальон прибыло 86 военнослужащих, которые проходили службу в городе Севастополь и в поселке Краснокаменка. Личный состав этот прибыл к нам 28 марта. Сейчас он, соответственно, прошел подготовку, вот службу, и, соответственно, привлекается для несения службы пограничного порядка в городе Мелитополь. Основной задачей батальона является охрана общественного порядка. Это личный состав всей срочной службы. По большому счету, основной это все Западная Украина, либо Центральная Украина. Хмельницкая область, Волынская область. А, это не призванные из-за... Все призваны, соответственно, да. Они были призваны Винницкая, Волынская область и проходили службу в Севастополе. После того, как, соответственно, дали добро на выход личного состава, я их лично поехал и забрал, соответственно, в составе сводного отряда внутренних войск. А раньше у нас в основном Мелитопольские были, ну, местные, Запорожская область. Да, но до этого момента проходило 25 человек срочной службы личного состава. Здесь срочную службу. В основном батальон укомплектован лично сам по контракту. Это офицеры, прапорщики, контракты, солдаты по контракту. Соответственно, 28 числа. Куда они? Где они сейчас находятся? Они сейчас находятся на обеспечении охраны и обороны важного объекта в карауле. Какого важного? Караул этот, соответственно, согласно распоряжение мы взяли под охрану подстанцию Мелитопольская, которая подает электричество, соответственно, обеспечивает город и направление Крыма. Расскажите, пожалуйста, про национальную гвардию. Сейчас вот вы очень скоро, да, будете именоваться уже не батальон милиции, а как? Батальон национальной гвардии или как? Пока точно неизвестно, штатной структуры еще нет, личного состава, соответственно, этого батальона. Но могу вам сказать, что уже на данный момент из внутренних войск укомплектовано два батальона Национальной гвардии, которые на данный момент проходят подготовку в Новых Петровцах и Киеве. Вот, соответственно, в связи с тем, что готовится ваш батальон принять статус Национальной гвардии, что-то изменяется в возможности размещения? Пока нет, но я вам скажу так, что вчера на заседании Кабинета министров было принято решение о поднятии обеспечения, конкретно денежного обеспечения личному составу Национальной гвардии, соответственно, не внутренним войскам, а органам внутренних дел и, соответственно, пограничным. А в чем выражается? Выражается в качестве денежного вознаграждения за каждого служебного месяца. Конкретно сейчас контракт не получает 1800 рублей в месяц. А конкретно насколько увеличится? Конкретно пока еще нет, соответственно, постановление еще не довели до конца. Вот две недели назад у вас побывали, я так понимаю, представители городской власти, заместители городского главы, да, и Ирина Донец была, по-моему, Ирина Рудакова, и они обещали что-то в плане ремонта сделать. Да, в данный момент они нас включили в программу развития, соответственно, в программу помощи. Соответственно, по благоустройству и жизнеобеспечению личного состава. Какая сумма нужна батальону милиции? Сумму пока я вам не скажу, потому как это необходимо, чтобы проводили расчеты конкретно те фирмы, которые будут этим заниматься. Так, ремонт еще не сделали. Значит, это, соответственно, ремонт спального помещения, соответственно, под евростандарт, скажем так, сейчас это требование находится. А говорят хотя бы о сроках? То, что включили в программу, у нас очень много программ включается. А сроки? По срокам я пока вам сказать ничего не могу. Правильно поняли, что кроме городской власти, которая пока обещает вам помочь, вам помогают мелитопольцы. Кроме этого, обычные мелитопольцы, предприниматели, либо обычные люди, чем помогли батальону в последнее время? Помогли во всех направлениях, соответственно, в помощи от доставки, сначала лично, во-первых, личного состава, соответственно, в обеспечении постельными принадлежностями, соответственно, в обеспечении там, продуктами питания некоторыми для обеспечения дополнительного питания личному составу, который несет службу в карауле. Не хватает, да? Хватает, но для того, чтобы, вы сами понимаете, 2 часа стоишь на посту, 2 часа отдыхаешь, 2
часа бодрствуешь, хочется организм чуть-чуть другой уходит, соответственно, хочется чуть-чуть больше. Соответственно, трехразовое питание, в принципе, достаточно, согласно нормам, мы полностью обеспечены, но где-то там чаю попить с сахаром намного лучше, чем просто поводать.